Выбор профессии – это выбор жизненного пути. Определиться в данном направлении подросткам помогает неделя профориентации. Так, в течение этой недели на базе Центра творчества детей и молодежи Солигорского района проходит фестиваль профессий. Первая встреча учащихся старших классов из 30 учебных заведений района с представителем 5 вузов Беларуси уже состоялась. Будущим абитуриентам преподаватели рассказали о структуре своих учебных заведений, специальностях, которые можно приобрести, нюансах поступления и о том, где после выпуска работают молодые специалисты. Подкреплялись слова информационными роликами. Традиционный фестиваль профессий, благодаря которому вы сможете в течение всей этой недели встретиться с представителями высших, среднеспециальных и профессионально-технических учебных заведений. Узнать об особенностях учебных заведений, о возможностях поступления и обучения. В конце встречи в фойе состоялись индивидуальные консультации заинтересованных учащихся. Также школьники могли изучить и взять с собой информационные буклеты вузов. Стоит отметить, что такая форма работы с выпускниками приносит положительные результаты.